Яви. Яви.
Ты тут? А, да, да. Я здесь. Все в порядке? Да, просто немного отвлеклась. Звучало, как будто ты проблевалась. Угадал. Ничего страшного, видимо, стресс. Эсэ чамба тэва матар. Да у нас утечка. Шеф первым делом вызвал меня к себе в кабинет, сказал, что мы должны вмешаться. У нас весь офис на ушах стоит. Но ты же ни при чем, правильно? Ты просто разгребаешь чужое дерьмо. Джеки, когда работаешь в контрразведке Арасаки, ты всегда при чем. Ладно, мне надо идти. Работа не ждет. Buena suerte. Пришлось задержаться, скоро буду. Гребаный Франкфурт. Абернати 100% свалит все на нас. Ладно, я у себя в офисе. Жду тебя. Не задерживайся. Поступил на службу летчиком-истребителем в императорский флот Японии. К 23 годам он уже дослужился до звания лейтенанта. На его счету 20 воздушных побед. Привет, Ви, давно не виделись. Это я, Фрэнк, с операции в Юго на восточном побережье. Не знала, что ты в Найт-Сити. Как твои дела? Да сама понимаешь как. Неделю назад еще был в Кейптауне. Слышал, ты теперь в контрразведке? У вас там, наверное, сейчас аврал из-за Франкфурта. Ты же у Дженкинса, да? Он правда такой, как все говорят? А что все говорят о Дженкинсе? Что он успешен, как любой психопат. Последнее время якобы начал сходить с ума. Ну, ему сейчас тяжело. Начальница должна была помочь ему с повышением, когда приехали японцы. А вместо этого его подставила. Прости, у меня сейчас нет времени. Поговорим в другой раз, ладно? Да, конечно, рад был тебя видеть. Активирован экстренный режим. Безопасность подтверждена. Не смотри. Это она. Помощница Дженкинса. Я бы не смог. Пожалуйста, зайдите в приемную. Подтверждаю авторизацию гостя. Ну что, ты в сети? Присаживайся, Ви. Я сейчас. Мне надо что-то придумать с этим голосованием, пока мы не потеряли базы в море облаков. Они сейчас начнут. Как там ситуация?
Ага. Угу. Как мы и думали. Ты знаешь, что делать. Начинай. Директор Абернати. Я смотрела голосование. Что это было, Дженкинс? Уборка говна, которую мы получили от Франкфурта. Я устранил проблему, как вы и просили. Я не просила выкашивать Европейский космический совет. Ты понимаешь, сколько будет стоить это замять? Мы бы потеряли концессию, а так получили неделю. Это успех. Идешь по пути наименьшего сопротивления. Прешь на пролом. Как всегда. Мы об этом еще поговорим. Вот же стерва. Ненавижу ее. Абернати вас уже не в первый раз подставляет. Да, не в первый. Она обгадила меня перед японцами с ног до головы, чтобы самой стать директором по особым операциям. Мразь. Теперь стоит надо мной с пистолетом, чтобы я ничего не сделал. Но убивать не убивает, потому что я ей нужен. Я делаю то, на что ей духу не хватает. Сука. Разделяй и властвуй. Хорошая стратегия. Хорошая. Скажи, что бы ты сделала на моем месте? Вы должны защищаться. Иначе она так и будет вытирать о вас ноги. Ты права. Покажите ей силу, и она вас зауважает. Ха, кажется, мы с тобой думаем одинаково. Это тебе. Здесь все, что я собрал за последние недели. Биометрика, медкарты травмы, фамилии всех близких ей людей, шофера, начальника охраны, любовницы, мужа любовницы. Все. Сделай так, чтобы Абернати больше никогда не создавала проблем. Ты сама сказала, что я должен защищаться. Если кто-то узнает, что мы об этом говорили, мы оба пойдем ко дну. Это правда. Все знают, что ты бы в жизни не получила это место, если бы не я. Никто не поверит, что ты тут ни при чем. А если я скажу нет, что тогда? Не задавай глупых вопросов. Ты же понимаешь, это не просьба, Ви. Вижу, мы друг друга поняли. Вот и хорошо. Возьми еще вот это. Работу должны сделать люди не из корпорации. Плати только этими деньгами. И насчет главного задания. Найди того, кого хорошо знаешь. Понятно? Да, все так и сделаю. Хорошо. Ну что ж, тогда буду ждать от тебя новостей. Удачи. Снаружи ждет мое ави. Оно в твоем распоряжении. Смотри, не подведи меня. Дженкинс, контрразведка Найт-Сити. Вот отчеты, которые вы просили. Я просила подготовить их еще вчера. Да, я их только сейчас собрал. Пришли их на почту. Мы с тобой потом об этом поговорим. Эй, Ви, ты еще жива? Как там ваш гадюшник?
Гадюшник. Лучше и не скажешь. У тебя проблемы? Пока нет, просто надо найти надежного человека. Ну, то есть у тебя проблемы. Встретимся в Лизис. Через час. Мне нужно твое решение. Возможно, одного из наших раскрыли. Что, опять Франкфурт? Нет, это другое, местное. Рассказывай, только быстро. Наш агент в биотехнике считает, что его раскрыли. Он искал компромат, но без особых успехов. Недавно ему дали красный уровень доступа, то есть высший. Так и что? У них чисто, как в детском приюте перед инспекцией. Как на отформатированном диске. Мы подозреваем, что... Ты спешишь? Понимаю, нечего добавить. Лучше предупреди своих заранее. Такого и не говорил. На нас тоже будут собирать компромат. Да, это значит... Лунные базы для них много значат. Мне вам еще раз повторить? Этого они нам не простят. Ты видела отчет о голосовании? 6. Когда об этом узнают, нас просто сотрут в порошок. Доступ разрешен. Назовите место назначения. Анализ обстановки в районах. Обнаружена повышенная активность полиции в Хейвуде. Официальные причины не названы. По перехваченным сообщениям можно судить, что туда направлен Макс Так. Сообщается о крупной аварии электросети в Санто-Доминго. В других районах города активность не превышает уровня нормы.
пункт назначения Лизис. Начинаю движение. В конце недели. Дело в том, что Quantified Satori встревожили результаты твоих биометрических тестов. Все в порядке? У меня сейчас небольшие сложности в жизни, но ничего из ряда вон. Ясно. Не забывай, что я говорил в прошлый раз. Упражнения для нейромоторной релаксации 3 раза в день. Они помогут восстановить силы. Да, да, конечно. До встречи. Отсутствует посадочная площадка. Найди свободное место рядом с баром. Хер с ними, с этими правилами. Начинаю посадку согласно новым параметрам. Что творишь, психопатка? Тебе тут что, аэропорт? Нас же чуть не расплющило! Твою ж мать! Ладно, ладно, сестра, успокойся, нам проблемы не нужны. Не трогай меня! Кажется, у нас неприятности. Да за что мне все это? Присмотри пока за моим ави, окей? Мне за это не платят. Повторять не буду. Вернусь, чтоб ни царапины не было. Добро пожаловать в Лизис. Я слежу за тобой. Уже не работаю, солнышко. Я слежу за тобой. Дать, малыш!
Смотри, какое миленькое личико. Сиську дать, малыш. Ну что? Часто тут бываешь, да? Рад тебя видеть, Чика. Ну, рассказывай, кто там тебя опять тоже обижает. Тоже рада тебя видеть. Как дела? Ребята из Валентина опять не поладили с Мальстрёмом. На этом можно хорошо заработать. Главное, не отбросить коньки. В общем, все как всегда, не жалуюсь. Но мы же не обо мне пришли разговаривать. Говори, что там у тебя за проблемы? Джеки, это должно остаться между нами. Por supuesto. Я серьезно. Эта штука может меня убить. Так и я могу. Ты хоть помнишь, с кем разговариваешь? Я же с этого живу. Помнишь, что было в Мексике на границе? Скажи я хоть слово. Да, ты меня спас. Если бы кто-то узнал про эти картели... Но не узнал же. И про это не узнает. Потому ты и пришла к старине Джеки. Вот, возьми щепку. Что думаешь? Стоить будет порядочно. И расплачиваться придется наличными. Никаких переводов. Деньги мне дали. Тут нужна целая команда. Техник, а может и два. Нетранер с золотыми мозгами. И водила на очень быстрой тачке. Не говоря уже про Соло. Угу. Его как раз не хватает. Ты это хотела попросить? Чтобы я обнулил эту прекрасную леди? Работа деликатная, поэтому мне нужен тот, кому я могу доверять. Никакая это не деликатная работа, Эрмана. Это заказ на убийство. Ты же знаешь, как работает Арасака. Окей, может, не знаешь. Это не то предложение, от которого отказываются. Я тут ни при чем. Поэтому я отказываюсь. И тебе советую. Давай дерябнем по рюмке. И поговорим о жизни. Gracias, мамита. Двойная текила с гренадином и лаймом. От нервов самое то. Ну, будем. Это, по-твоему, тост? Что он вообще значит? Я понимаю, поднять бокал за мама, за свою Эрмана, за хорошенькую мамасита. А вот будем, этого я не понимаю. Ну, блядь, будем. Это твой заказ и остальное корпоративное говно. Знаешь, что это? Un pacto con el diablo. Я всегда говорил, ты продала душу чертям из Арасаки. Сегодня они приказали тебе кого-то обнулить. А завтра кому-то скажут обнулить тебя. А какие есть еще варианты? Если я откажусь, они заберут все, что у меня есть. Пускай. Зато больше никто не будет держать тебя за яйца. Не знаю, как ты, а я сам выбираю, кто может трогать меня за яйца. И уж, конечно, Сабура и его Матонес в этот список не входят. Может, когда-нибудь я и решусь. Но пока что это слишком опасно. Это всегда будет опасно. Всегда. Эй, вам чего? Заблудились? Ви... Правильно? Вы от Дженкинса? Кажется, я вас не знаю. Главное, что мы очень хорошо знаем, кто ты.
Дженкинс дал тебе сегодня задание. Ты расскажешь нам все детали. Повтори свою фамилию и отдел, а то я с первого раза не услышала. Блять! Как себя чувствуешь? Внезапное недомогание? Твой доступ к корпоративной сети заблокирован. Корпоративные устройства перестанут действовать в течение 2 минут. Отдай данные, которые собрал Дженкинс, и мы завершим процедуру увольнения. Как вы про меня узнали? Это не твое дело. Данные. Быстро. Я жду. Информация на чипе. Очень дальновидно. Это все? Официальная часть закончена. Но я думаю, Абернати нам доплатит, если одной крысы в мире станет меньше. Вставай, пойдешь с нами. Ну, шевелись. Да, Эстер. Вы, ребята, кажись, немного потерялись в нашем большом городе. Таким, как вы, гулять в этом районе вредно для здоровья. Ты нам угрожаешь? Я так скажу. Будете стрелять, так и мы тоже будем. Чего доброго, еще попадем в кого-нибудь. Мы получили то, что хотели. Пока что этого хватит. Было опасно. Hijos de la chingada. Ты как, Ви? Где-то болит? Как же... херово. В горле как будто... наждак. Я не могу дышать. Ты прямо как моя Примита. Она, когда наркоту бросала, тоже так тряслась и... потом обливалась. Еще и блевала иногда. Да. Звучит очень похоже. Слушай. Слушай. Давай я отвезу тебя к Риперу. Или, может, Травматим за тобой приедет? У меня забрали страховку, Джек. И контроллеры биохимии. И квартиру. Даже банковский счет не заморозили, а конфисковали. Быстро действуют, сукины дети. С тобой точно все в порядке? В смысле... Погоди минуту, сейчас соберусь. Это... это конец, Джек. Понимаешь, у меня больше нет будущего. Наоборот, теперь есть. Ты не могла сказать им нет. Вот они и сделали это за тебя. Дальше будет лучше. Вот увидишь. И, кстати, ты потеряла не все. Ты про то, что у меня остался друг? Как мило. Нет, глупая. Я про бабло, которое твой босс тебе дал. Он же наверняка не мелочился. Начнешь все сначала. Так что не боись, Чика. Выше нос. Эй, ты меня слышишь? Выглядишь как-то хреново. Ви! Ви! Эй, Эрмана. У тебя теперь начнется новая жизнь.
Привет, привет, Найт-Сити! У микрофона Стэнли, и мы с вами встречаем очередное незабываемое утро в городе мечты. Честно, я люблю Найт-Сити как родную мать. Правда, это такая мать, которая отдает тебе приют, а потом останавливает на улице и спрашивает: закурить не найдется? Каждый день сюда приезжает по 100 человек. Правда, через год от них остается только половина. И это если год был хороший. Зачем же они едут в Найт-Сити? Конечно, чтобы стать уличными самураями, как Морган Блэкхенд и Уайланд Бобо. Как говорится, чем выше риск, тем больше награда. Но в высшей лиге люди обычно не задерживаются. Чем быстрее ритм твоей жизни, тем быстрее ты выгораешь. И тем больше шансов поймать пулю. Сами знаете, где сейчас большинство легенд Найт-Сити. На кладбище. К счастью, тут всем абсолютно насрать, с чего ты начинал и откуда приехал. Самое главное, какую дорогу ты для себя выбрал. Это Найт-Сити. Город мечты. Наша пропавшая Чика где-то в этом здании. И те, кто ее похитил, тоже, скорее всего. Смотри в оба. Слышишь, Ви? А, кстати, у меня есть подарочек. Мелитеховский обучающий чип. На случай, если захочешь освежить знания, так сказать. Как насчет небольшой виртуальной разминки? Давай, хуже не будет.